Друзья, сегодня поделюсь с вами рецептом пробиотической окрошки. Блюдо идеально подходит для больных с диагнозом НЯК и болезнь Крона. Последние научные исследования показали, что пробиотики по своей эффективности превосходят медикаментозное лечение. Наше сегодняшнее блюдо вкусное, простое в приготовлении и обладает способностью оказывать влияние на качественный и количественный состав микробиома кишечника. Пробиотическую окрошку рекомендую употреблять в интервале между лечебными курсами, описанными в книге. Читайте книгу, применяйте описанные в ней рекомендации на практике и будьте здоровы. Ну а сейчас мы приступим к приготовлению. Нам понадобятся бочковые огурцы, засоленные холодным способом. При их засолке не используется уксус, который следует избегать людям с воспалительными заболеваниями кишечника. Бочковые огурцы, подобно квашеной капусте, созревают в процессе брожения благодаря ферментам микроорганизмов и уже сами по себе являются источником пробиотиков. Так огурцы солили на Руси веками, когда не было жестяных крышек и машинок для закатки консервации. Если у вас нет под рукой бочковых огурцов, их можно заменить малосольными или свежими. Нарежьте огурцы соломкой, укроп мелко нашинкуйте, смешайте все и залейте кефиром. Приправьте черным молотым перцем и можно подавать на стол. Кушайте на здоровье. Приятного вам аппетита!